Итак, колесная тема продолжается. Новая посылочка. Передняя машина. Два колеса. Распакуем один. Брикет. Колесо и даже положили винт. Прям литое. Не знаю, насколько хорошая резина, насколько долго ее хватит. Но она не мягкая, скажем так. Совершенно не мягкая. Ну и, соответственно, ось. Ось довольно-таки большая. Есть чем померить. Начнем с ширины. Ну, здесь получается 25 миллиметров. Так. Приблизительно. На 160 в диаметре. Ну и соответственно здесь у нас втулка 45, идеально подойдет на компакты 35 наши и возможно еще на 15, хотя я не уверен. Ну вот осадки литья, но вот эти две пластмассовые прокладки, конечно. Внутренний диаметр подшипника 8 миллиметров. Да, ровно 8. Подшипники здесь стандартные, такие как стоят Аверс 7 на роликах, ставят их в Спортмастере в свободном доступе. Можно пойти купить в любой момент. Подаются наборами по несколько штук. Как только затарахтело, сразу менять. И здесь он уже припечатанный с этой стороны. Ну и тут остатки литья еще, конечно же, есть. В общем, как-то так. Снять руками не получается. Скорее всего, полностью залито на формовку. Пластиковый. Тут, скорее всего, ребро какое-то идет, а сверху уже резину заливали. Так что такое колесо с обода не слезет, я думаю. Да, не отсоединяется, вообще не отодвигается ни на миллиметр. Ссылка будет в описании.